В июне в эфире нашего телеканала была показана первая серия детского игрового короткометражного кино. На днях завершился монтаж еще двух серий. Смотрите их в эфире Инсит ТВ. В очередной серии детского игрового кино снялись мальчишки и девчонки от 4 до 7 лет. Это победители конкурса «Радуемся вместе» и воспитанники Академии радости. Съемки шли почти полтора месяца. Во многом помогали родители юных актеров. Одни обеспечивали транспортом, другие предоставляли квартиру для съемок, третьи готовили реквизиты. После съемок потребовалось время на обработку видео. Параллельно снималась и монтировалась еще одна серия, героями которой стали ребята постарше. Две серии «Жених и страшилка» смотрите в эфире нашего телеканала.